Здравствуйте! Вы смотрите новости на Пятом канале. Мои коллеги и я, Екатерина Юхнова, расскажем о главных событиях прошедшего дня. В Азове приступили к ремонту фильтра в детской поликлинике на улице Ленинградской. В субботу, 9 сентября, состоится творческий вечер певца и актера Владислава Крыштопы, без участия которого не обходится ни одно городское мероприятие. Юные спортсмены азовского футбольного клуба «Спорт-академика» вышли во второй круг первенства Ростова. Азовчане уже давно мечтают о новой современной детской поликлинике. Но, к сожалению, ее строительство начнется еще не скоро. Поэтому решили сделать частичный ремонт старого здания поликлиники на улице Ленинградской. Для этих целей Министерство здравоохранения выделило 1 200 000 рублей. Подробности далее. На протяжении многих лет неудобство детской поликлиники, расположенной на улице Ленинградской, 46, обсуждалось городским сообществом. И только на прошлой неделе начался ремонт фильтра для приема детей с температурой. Министерством здравоохранения Ростовской области выделены денежные средства на проведение ремонта фильтра детской поликлиники по Ленинградской, 46. Это проблемное место. Давно мы просили как-то привести в соответствие данный объект, поэтому в течение 35 дней по договору подрядной организации будут проведены ремонтные работы. Ну, порядка 60 квадратных метров будет отремонтировано. Подрядчик уже приступил к работам, и на месте двух кабинетов будет расположен жизненно необходимый объект, который поможет разграничить прием заболевших детей и выздоравливающих. На данном этапе проводятся демонтажные работы, штукатурки стен. В перспективе планируется проведение ремонта поверхности стен, потолков, пола, напольного покрытия, установку новой сантехники, системы отопления и электроснабжения. В ходе ремонтных работ заменят дверные и оконные проемы, а также будет предусмотрен отдельный вход в помещение фильтра. Также хотелось обратиться к посетителям и пациентам детской поликлиники, чтобы соблюдали элементарные требования техники безопасности, не заходили за ограждение, не пускали детей, да, и, как говорится, чтобы все было безопасно. Ивана Пажельцева, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Сольные концерты местных исполнителей стали доброй традицией нашего города. Коллективы и вокалисты устраивают музыкальные вечера. 9 сентября состоится театрализованный творческий концерт Владислава Крыштопы, без участия которого не обходится ни одно городское мероприятие. Культурная жизнь Азова наполнена разнообразными концертами и спектаклями, которые азовчане с удовольствием посещают. С учетом того, что наш город небольшой, талантливых людей многие знают с юных лет. Владислав Крыштопа на сцене уже 10 лет. Причем произошло это абсолютно случайно. Нас, я помню, прислали от института на концерт закрытия года культуры в Российской Федерации. Это был концерт, посвященный этому событию. Я просто перепутал двери, зашел вместо входа в зал, во вход на сцену. Там я познакомился с прекрасной Инной Валерьевной Зезера. Мы с ней как-то заобщались, заговорили, я сказал, что я хочу петь, она сказала, ну приходи, попробуем. И вот это «попробуем» переросло в дело всей жизни. Многолетний труд и тщательный подбор репертуара дали свой результат. За 10 лет Владислав вырос до состоявшегося и серьезного певца-исполнителя. За его плечами огромное количество концертов, от небольших праздников двора до крупных региональных фестивалей. За это время проделана огромнейшая, колоссальная просто работа. Это постоянные концерты, это постоянные спектакли. То есть сейчас спектакли вошли в жизнь, вообще культурную жизнь города на постоянной основе. Эти все три театра будут принимать участие в моем юбилейном концерте.
очень будет интересно, я надеюсь, вы придете и оцените. Рассказывать какие-то секреты я не буду, потому что зрителю лучше увидеть, это не передать словами. За время бенефиса Владислав совместно с командой городского дома культуры, а также театром народного зрителя, эстрадным театром «Сфера» и студией актерского мастерства «Слон» представит зрителям популярные музыкальные произведения и любимые эпизоды из театрализованных постановок. Билеты можно приобрести в кассе городского дворца культуры. Концерт рассчитан на многовозрастную публику, то есть разноплановый концерт. Будет интересно и молодежи, и взрослому поколению. У нас есть билеты по пушкинской карте, поэтому мы ждем и студентов, и школьников. Приходите. В ходе концерта зрители увидят необычные дуэты и сюрпризы, которые добавят изюминку в творческий бенефис. Друзья, 9 сентября в 19:00 состоится мой юбилейный концерт «10 лет с вами, 10 лет для вас». Я жду каждого. Приходите, проведем этот вечер в чудесной, прекрасной компании. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. С 2014 года при городском управлении образования в Центре содействия работает школа принимающих родителей, которая помогает семейным парам усыновить или взять под опеку несовершеннолетних детей. Подробности у наших корреспондентов. В течение года в Центре содействия идет набор в группы граждан, которые решили взять свою семью ребенка. Занятия проводятся два раза в неделю и в среднем занимают от 1 до 2 месяцев. Курс включает в себя вопросы педагогики, психологии, основы медицинских и юридических знаний. По окончанию слушатели проходят аттестацию и получают бессрочное свидетельство, которое дает право усыновить ребенка и действует на территории всей Российской Федерации. Будущие приемные родители будут знать, так скажем, получать новые навыки, как в вопросах психологии и воспитания ребенка, также они будут получать медицинскую помощь и юридическую помощь в том, чтобы взять ребенка к себе под опеку. К нам приходят разные родители. Это могут быть родители, как и молодые, которые только хотят взять, в семью, так и уже у которых выросли свои дети, и они готовы поделиться, так скажем, своим теплом и уютом и взять себе в семью детей. Занятия проходят как в групповой, так и индивидуальной форме. В основном это тренинги, дискуссии, решение педагогических кейсов, интерактивные упражнения. То есть они направлены на то, чтобы давать не только теорию, а чтобы родители могли свои навыки, так скажем, и новые знания в практику вопросов решения каких-то воспитательных моментов. И у нас также проводится встреча с уже опытными приемными родителями, которые делятся своим опытом, которые рассказывают, какие у них были сложности и как они с этим справлялись. Сотрудники Центра содействия тесно сотрудничают с органами опеки, которые, в свою очередь, предоставляют услуги по передаче ребенка в семью и в случае необходимости оказывают помощь до совершеннолетия подопечного. Набор в школу принимающих родителей осуществляется в течение года. На данный момент у нас проходит набор в школу принимающих родителей. Поэтому если вы хотите взять в семью ребенка, то вы можете позвонить по номеру 668-97 для того, чтобы узнать информацию, либо прийти во второй кабинет Центра содействия и вас полностью проконсультируют по данному вопросу. Иванна Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Юные спортсмены футбольного клуба «Спортакадемика» вышли во второй круг первенства Ростова. Теперь у ребят есть шанс выйти в тройку сильнейших. Подробности у Иванны Пажельцевой. В апреле текущего года стартовал новый футбольный сезон, в котором приняли участие азовские спортсмены 2014 года рождения. По сравнению с прошлым годом, в этом ребята показали хороший результат и составили достойную конкуренцию соперникам в 4-й лиге. В этом году уже видно, что они выросли, набирают игровой опыт. Очень приятно, что мы начали проводить игры на стадионе Лакомова, то есть в родных стенах, дома как горят стены, помогают. И, соответственно, у нас этим летом было 2 игры дома и 2 победы мы одержали. Вот. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы продолжаем дальше работать и развивать ребят. В первом круге футболисты показали хороший результат, что позволило попасть во второй. Сейчас идет второй круг летнего первенства.
В первом круге мы практически все игры играли на выезде. Сейчас команды к нам приезжают в город Азов. Последнюю игру мы встретили футбольный клуб Ростов, филиал «Таганрог». Ребятам удалось выиграть с счетом 2-1. В прошлый раз в «Таганроге» в гостях сыграли в ничью. В каждой лиге принимают участие 14 команд, и только одна станет победителем первенства Ростова. Азовские футболисты занимают 7-ю строчку турнирной таблицы. Но у ребят впереди еще 5 игр, и есть все шансы войти в тройку сильнейших. На данный момент у нашей команды остается 5 игр, и мы сохраняем все шансы для того, чтобы достичь повышения в лигу выше, в третий дивизион. Спасибо огромное всем, кто нас поддерживает, следит за нашей командой, несмотря на то, что ребятам всего 9-10 лет, но для них очень важна поддержка не только родителей, но и болельщиков из родного города, поэтому мы приглашаем на наши игры, если не будут проходить в городе Азове, и также следите за нашими новостями ВКонтакте. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с Пятым каналом. Увидимся завтра. Четверг, 7 сентября, облачно с прояснениями. Днем +26, +28, ночью +13, +19. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 37%. Уровень воды в реке Дон на 2 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды +23 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.